не жду. Ты же, я говорю, сидишь и молчишь, потому что я тебе сразу, что ты я примерно это представляю. Он не пришел, года два года. Казалось бы, странно. На самом деле, вот этот человек, он даже очень другого времени, порядка, он понимает, что эти деньги, это люди просто, они буквально. Да, ему это не надо, он просто выше этого. Он выше стоит, и когда ему начинают, он лучше отдай там свой этот самый, или он там Ну что, еще гости, еще гости, разворачиваемся. Гости, 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 гости. А генетика понятна. Сейчас мы генетика все знают. Когда я правильно, и правление не это всем известно. Сейчас я тебе скажу. Вот там за столом тоже. Крысы заводятся в амбаре, если там прямо заводятся в амбаре. Нет, она интересна, серьезно, возможно, кто не знает. Вот, ну, генетика понятна, она уже подтверждается. Все в том, что... Вот появилась мова, но генетика тоже нужно все познать дальше. Для меня, это уже подтверждено наукой. Я не знаю, что это дорогие друзья, можно сейчас потише, потому что стартует еще один тост. Хочет рассказать всем. А как же Тихо. Дорогие друзья! Так, еще один груз посвящения Адаму. Я сегодня встану рано. День рождения у Адама. А я так его люблю. Я коньяк ему куплю. Тихо, не стало, тихо. Торопясь его поздравить, обласкать, обнять, прославить. Я по улицам несусь, на бульвар под Гвардейским, где найти его надеяться. Но в кафе стал спать в русском. Здесь его я поздравляю и коньяк ему вручаю. Хочешь и верить, хочешь смотреть, я кому-то подарю. Дай Колида, мы ходили, искали Колиду, мы нашли Колиду, дай Колиду на Адамовом двору, дай Колида. А кто у нас здесь молодёшенька? Да, Усень! У дамочка комаром кудристая, да, Усень! Это кто ж у нас такой молодёшенька? Да, Усень! У него-то батюшка всё светёл месяц, да, у него-то матушка красносолнышко, да, Таусень. У него-то братья все чистые звездочки, Таусень. У него-то сестры все белые из зори, Таусень. Поздравляем всех с Рождеством и с днем рождения,
Коляда, Коляда, дай кусочек пирога. Нальешь водки стаканчик. Будет жизнь вина богата. Давайте, наливайте. Да, и за Адама выпивайте. Ура! Мой любимый человек, владелец редкостных романсов. И я хочу сказать романс как раз для него. Спасибо. Ну, это романс вообще для любимого мужчины, в том числе, малоизвестный. Вам будет интересно послушать. А это я отдаю дань нашему коллекционеру замечательному. Кто-то, может быть, знает, это у меня проба первая еще никогда не пела, поэтому называется «Два кольца». Вам никогда не разлюбите меня, и мне вас разлюбить, как видно, не придется. Мы скованы, как два стальных кольца, и эта связь не разорвется. Вы слишком хороши, чтобы вас легко забыть. Я слишком вас люблю, чтоб разлюбить так скоро. И снова жажду я страданий и позора. Из унойные уста хочу с устами слить. Пускай нас жизнь сама разъединила, но все-таки вы мой и ваша я всегда. Нас слишком страсть в одну связала. Мы спаяны от два стальных кольца. По-настоящему стальных не распаять. Адамчик, да, день рождения. Браво! Еще одну! Если не возражаете, все, давайте все вместе подпоют мой любимый роман Жавы. Давайте Шварца лучше, вот все. Нормально, давай каподастр поставим. Не надо, нормально. Лариса, каподастр. Капидастр. Соловейно свистело, город молчал и молчали дома. Yeah.
Yeah.
Ta-da!
за черною бедой. А добро жартице золоту не знал тогда. Начинал я жизнь не раз нуля, отпуская в небо журавля. Я устала от слез и уйду от лишений.
в эту сладкую негу рубиновой лжи мамы. Интересно очень. Давай. Вы знаете, дело в том, что сам Высоцкий, ну а вы знаете, что Адам, он любитель Высоцкого, он все про него знает, и еще он еще любитель Шекспира, он шекспировед сам главный, да. И у меня вдруг, а я еще любитель Битлз, понимаете, только им приходит, вот, боже, так они же жили в одно время, да еще они одного возраста, вот что дело-то, я тут Джон Леннон. Джон Леннон, я имею в виду, и Владимир Высоцкий. Но в чем разница колоссальная? Сейчас я постараюсь быстро сказать. Разница в том, что дело в том, что в Битлз все время было колоссальное количество денег. Да мы здесь. В раскрутку Битлз это просто не передать. Кто это знает вообще, это в мире после этого такого не было. То, что это была смена поколений, смена музыкальных стилей, направлений и так далее. А Высоцкого никто ничего не вкладывал никогда, потому что он только магнитоальбомы распространялись, и больше ничего не было. А в настоящий момент оказалось так, что, например, Высоцкий такого же, например, в уровне среди нашего населения, как примерно Джон Леннон. Вот кто его один постоянно отмечает. Ну, я сидел, ждал, значит, когда он говорил, и потом стою и говорю. Вы знаете, вот мне странно, вы можете, конечно, говорить там о ком-нибудь.